Когда мы говорим, что у народа Израиля есть роль, о каком Израиле мы говорим? У Израиля есть два уровня. Один уровень – это Израиль, то, что есть в нашем мире и называется Израиль. Народ Израиля в земле Израиля, то есть ну, те, кто в странах рассеяния. И есть народ Израиля – это вещь духовная. Это уровень. Вот мы в нашем распространении, когда мы действуем на материальном уровне, должны относиться к Израилю в материальном смысле. Когда мы действуем духовным образом, мы должны относиться ко всем тем, кто пробуждаются, что они являются Израиль, и относиться к ним так. Поэтому все наши товарищи из всех народов, которые просыпаются во всем мире вместе с нами, они называются в духовном Израиль. А мы с ними во всем, душой и сердцем. Но если ты спрашиваешь, должны ли мы делать что-то по отношению к людям в этом мире, так мы должны заниматься в первую очередь Израилем, который здесь, людьми, которые здесь, в государстве Израиль, называются евреями, и мы обязаны и в первую очередь заниматься ими. Потом теми, кто находится среди народов мира, а потом уже народами мира. Это в соответствии с правилом. И также в соответствии с правилом Бальсуляма, который говорит, что в момент, когда мы наполняем внутренний килим, оттуда изливается из их границ, пределов уже к народам мира. Это связь, это структура системы. Так она устроена, и таков порядок исправления. Не то, что мне так захотелось, вот так или по-другому.